Гуччи Гейн, Гуччи Сквад. Ладно, всем привет, ребят, с вами Ромас. Сегодня будем играть на кубиксе, да, кубики там всякие тут плавают. Это у нас аборигенес, я не знаю как, ну, наверное, так и называется режим. Аборигены, короче, тут у нас остров есть, и по идее вода, она должна дамажить. Может сразу убивать моментально, фиг знает. Я проверять не хочу. Ну, в общем, вот тут есть пара островов. А если быть точным, 4. Тут острова нет никакого. И нам надо тут выживать как-то. Каким-то образом непонятно вообще. У нас есть табличка в центре. Тут рассказывается, что вода это кислота. Осторожно. Ну, эту табличку можем сломать, я думаю. Зачем нам теперь нужна? У нас есть лед. Из него мы создадим генератор бесконечной воды. Так, бесконечный источник это называется. Так вот, изи. Что нам надо сделать? Так это просто сломать лед. Вот так вот. Вот так вот, все, бесконечный источник воды готов. Вот это был нежданчик. Надо ли нам было бесконечный источник делать, ведь тут полно воды. Я не знаю, также можно ли отсюда воду брать, вообще без понятия. Но теперь у меня все мигает, и это весело. Это очень весело. Капец, медлительность, тошнота, ё-моё. Ладно, нас качает из стороны в сторону, но у нас есть... Это дерево. Пишут ребята, что лодка спасет от воды. Но на лодке... Зачем просто плавать на лодке? Я не знаю, что это нам даст. Это непонятно, конечно. Опа-на, какие красивые отражения. Смотрите, вообще, вот это красота. Просто посмотрите на коровку. Она там есть. Это очень красиво. Так, доламываем. У нас есть 6 кусочков дерева. Отлично. Можем еще этот кусочек сломать, кстати. Я думаю, ничего плохого не будет, если мы сломаем этот кусок. Отделаем верстак. Изи. Изи верстак. Сломаем эту земельку, сюда поставим. Так, и мы можем сделать теперь кирочку. А кирочка это очень даже хорошо, я вам скажу. Вот так вот. Теперь надо сделать, короче говоря, так, кстати, если там внизу... А там внизу вода, да? Там, по идее, внизу должна быть вода, ребята. Поэтому я даже не знаю, как нам с этим справляться. Тут есть железо еще в шахте. Это очень неплохо, я вам скажу. Тут есть 5 булыжника. И надо как-то сделать генератор булыжника. Да. Для этого берем ведро. И нам надо где-то его запилить, наверное. Например, здесь где-то. Да. Тут стало темно уже. Но все равно очень красиво. Смотрите на землю. Какие отражения от верстака, а? Это я понимаю, шейдеры. Это четко. Так, ну блин, короче, надо генератор делать. Вот что я могу сказать. Сделаем его здесь. У нас вода будет, допустим, течь. Так, лава будет течь. Так, надо придумать, как это все будет. Так, как же, блин, это сделать? Окей. Так, лава тогда будет течь. Вот отсюда. Сломаем булыжник. Так, вот отсюда она будет течь. И будет утекать сюда вот вниз. То есть все это просто довольно-таки сделаем. Так, нам нужен еще булыжник. Нам, блин, нужен еще булыжник. Возьмем мы его отсюда, ребята. Прямо отсюда его скоммуниздим с нашего же острова. Откуда, в принципе, нам его больше коммунизить? Больше неоткуда. Так, у нас будет стекать вода. Вот сюда прямо. И тут мы сделаем вот такой вот ограничитель. Сюда стекает вода. А вот тут будет течь лава. Вот с этого блока, значит, тут ставим ограничитель. Так, нам нужен еще булыжник, блин. Еще. Неужели нам понадобится реально настолько много булыжника? Это же просто капец. Лютый капец, я вам скажу. Лестницу, кстати, надо будет поставить так вот, чтобы нам было удобно передвигаться здесь. Ломаем этот блок. О, отлично, 4. Ну, я думаю, 4 нам хватит, да, ребят? Должно хватить. Так, вот, допустим, лава течет в ту сторону. Надо все закрыть. Тут будет течь вода. Лава, вода. Тут должен создаваться булыжник. Отлично, все работает. Идеально. Ну и мы можем просто ломать булыжник и его фармить таким образом. Вот это мне и надо было. То есть у нас теперь есть полноценный генератор. И маленький-маленький баланс. Тут 50 долларов. Тут еще, оказывается, лазурит фармится сразу, понятно. И все блоки остальные, значит... Просто нам нужно понимать нормальные кирка, чтобы копать. А другие руды, например, такие. Если тут аукцион, интересно, просто на 50 баксов. Все магазины игроков.
Тут магазин... А, то есть, у нас же тут... Блин, как-то странно сделано, конечно. Все предметы вот так вот. И тут ничего интересного нету, да? Понятно, вообще какая-то жесть. Какие-то там не очень хорошие люди продают вещи за огромные деньги. Ну ладно. Доломаем тогда эту тему. Вот так вот. Вот так вот, изи. Шейд, кстати, офигенные просто. И текстурпак тоже офигенный. Видите, в чем фишка? Видите, отражения меняются, да, на блоках. Под углом. Это очень классно. Очень классные шейдеры просто. Вах. Если что, ресурс пак R3D Craft. Специальный для шейдеров. С дополнительными текстурками отражений. Поэтому... видите, то есть тут синее отражение, вот здесь вот, допустим, да, в пикселях от луны. А здесь красные, от лавы, оранжевые такие. Так, ребята, это все выглядит. У нас есть теперь 10 булыжника, и это офигенно. И мы сделаем печку, потому что она нам должна понадобиться со временем. Так, поставим ее сюда, допустим. Срубим тут один дубик. Дубик. И тут тоже срубим. Вот так вот. Вот так вот. И этот тоже, я думаю, можно спокойно срубить. Изи. Так. До тех островов мы, ребят, в следующих сериях доберемся, я думаю. Хотя, может, и в этой, поэтому досмотрите до конца. И не забудьте, кстати, поставить лайк. Так, надо кирочку сделать нормальную, каменную. Сейчас нам выпадет что-нибудь такое интересное. Мы скрафтим каменную кирочку. То есть с помощью нее мы сможем копать железо. А железо нам сейчас реально нужно. Так. Кстати, булыжник сюда поставить. Да, нам нужно, ребят, это у нас золото, да? Это у нас золото. Очень похоже на железо, но на самом деле это золото. Так, сломаем. Да, пока что-то железо не особо падает. Я бы даже сказал, совсем не падает. И это печально. Давайте посмотрим C, квесты. А нужно 20 булыжника, да, или сколько? 400, 4 стака. Охренеть, как это много. Здесь, кстати, из 10 двойных сундуков. Вот это, блин, сложные ачивки, я вам скажу. Офигеть. И еще кикает сервера. На сервере произошла ошибка. Что? О май гад, что за ошибки? Что это вообще такое? Обмены, давайте-ка тут трудитесь, работайте. Ё-моё, прикиньте, ошибки происходят. Ё-моё, как так? Это законно вообще, не? У нас есть один голек, ребят, это хорошо. Это очень хорошо. Сюда поставим булыжник. Так, нам нужно очень много, ребят, булыжника, оказывается, просто шок. Неимоверно большое количество булыжника нам надо. Это не очень приятно, потому что на его, правда, долго копать. Особенно, если ты один живешь, то все, GG. Ладно, нам надо, короче, сделать кирочку, ребята, каменную. И с помощью нее мы уже будем скапывать железо. Вот так вот. И делать себе нормальную кирочку. Нам так не хватает нормальной кирки, и она у нас скоро, видимо, будет. Так, лазурит мы смогли вскопать, смотрите, как круто. И железо, вот нам везет. Теперь мы сможем переплавить это все дело. Таким вот образом. И все. Вот это кайф, вот это реально кайф, ребят. Скоро у нас будет железная кирка. Я надеюсь, ребят, что вам понравилось. И если под этим выпуском будет много лайков, то я обязательно засниму продолжение, поэтому ставьте лайки. Пишите комментарии, отправляйте видео друзьям, если хотите тоже тут играть и смотреть, в общем-то, выпуски вместе. Всем спасибо, пока-пока.